Стани приехали на базар, который находится за городом. Здесь продают газ-вода. Таня уже начала сразу же что-то смотреть. Это вот впереди базар. Тань, как называется этот базар? Это комплекс самый. Как? Котекс. Котекс? Ага. Я люблю мама, папа. Я люблю мама, папа, да. На такие вот национальные чувства, с рисунком надо. Да, сейчас девушка что-то купила интересное. Казан, ушак. Ага, это вот такие печки продают. Да. Рыбы, Таня, рыбы! Копченые? Да, самые вкусные. Смотрите, какие копченые. Вкуснейшие рыбы. Особенно эти большие. По 12 тысяч сумму. $1 с чем-то центы. Манты. Тоже делают, да? Да, пельмени, манты, пирожки. Да, они такие на пельмени. Пельмени. Делают. Такие вот сейчас покажу. Это пельмени, наверное, да? Да. Пельмени, пирожки, манты, да, разные. А на пирожки чуть больше, да? Да, пирожки он, видишь? Ага. Ой, рыба копченая, пахнет, я не могу, у меня слюнки текут. Рыба. Пошли. Печень, это очень вредно. Очень вредно. Да, но оно ж пахнет как. Уже с возрастом уже не кушает. Да, масло сливочное продают. Масло сливочное тоже не кушает. Это что? С мясом. Тишкуча, камчидаста, это вади, анжанские кошки. Анжанские кошки. А, понятно. А их хочешь попробовать? Да, с мясом, да? Да, с мясом, с мясом. Почем? 4 рубля. 4 рубля? Нет, вы сказали 4 рубля. Ошибся, Сомов говорит. Люба, 4 рубля лепешки, 10 штук берем. И так, ну 40 рублей. 40 рублей. Люди машинами приезжают, а мы с Таней с маршруткой приехали. А мы как культурные люди. На маршрутке приехали, да. О, это сухофрукты здесь продают. Очень экономичные. Семечки, сухофрукты. Маш, вот Маш, я не знаю, как переводится, но это так Маш так и называется. Детство. Да. Такие петушки были. Да, помню. У нас тоже такие продают петушки детства. Это для маленьких. Это, между прочим, наш текстиль, да, Нукуски? Наш Нукуски текстиль, он ХБшный, очень хороший, между прочим. Может, для своих этих племяшек. Да, взять, отлично. Но не часом? Не часом. Вот пижамки, видишь, 22 тысячи. Ага. Штаны до барма? А вот штан, видишь, штанишки есть эти самые, 22. Ну, если возьмешь много, она уступит. За 15 даже отдаст. Да ты что? Да? Он без фуна берет, оптом. Да, хорошая. А что, вообще, да. Ты знаешь, я хочу тебе в один магазин, надо слушай, самый, трикотаж называется, да? Ну. Вообще, узбекский трикотаж, он вообще самый хороший. Там вообще ну, понятно, синтетики 100%, нету. Наверное, да, хлопок. Да. Я в основном там оттовариваю. Покупаю. ХБшная. Подходим. Люба, кажется, Кала. Велосипеду. И поехали с и тобой поедешь. Домой. Туда-сюда. По базару, да? Тань, а зачем они лица закрывают? Кто? А вот продавцы с этой стороны смотрят. Нет, ну а смотри. Слезы они будут кропать. А, вот так? Да. Лицо, потому что солнце же самое. А, из-за солнца. Они хотят красивыми быть, женщины наши, видишь? А это что такое? Холодец. Холодец? О, Тань, смотри, холодец какой. Холодец. Лепешечки. Лепешка не ден. Бриар. Ага. А вот видишь яблоки в этом? Яблоки, да? Яблоки в этом. В сахарном сиропе, да, интересно. Так, ну что, заходим. Ну а что, облагоустроенный базарчик, да? Ну, это завтра, наверное, много людей будет, да? Да, потому завтра, что... послезавтра вообще будет людей. В воскресенье вообще лучше сейчас, вот, когда свободно. В пятницу более-менее свободно. Так, ну в какую сторону с тобой? Сейчас покажу общий вид. Смотрите, на втором этаже есть. Занавески продают. Что говоришь? Ты же хочешь национальную одежду? Да, пошли. Нет, не купить, посмотреть. Посмотрим, да.
А это что продают? Там пирожки, манты, пигоди, чухонь. А, и пигоди продают, да? Вот пигоди тоже бы показать. Девочка, манты. Со свежего мяса. Все надевают, да. Да? На-на-на-на-на. Вон, видишь, головы женщин. Юра, выбирай любую. Вот, какую хочешь. Нет, ему караколпачку надо выбрать. Свой. Это каракалпакский наркотик. Да? Для мужчин. Да. На свай называется. Под язык его кладут, и мужчина таким образом пользуется. И таким образом кайфует. Кайфует, да. А это чапан продает. Даже, говорит, уже в Москве даже продают. Да, в Москве продают. На свай. А между прочим, в аэропорту было написано, что запрещен на свай. Да, на свай сам. В аэропорту в Москве, вот да, Домодедово. Казахский, да? Казахский. Да, это больше казахский похоже. Вот это каракалпакский, вот. Ага. Вот это узбекский поем, да? Вот это узбекский, да? Узбекский. А, узбекский. Вот. То есть они отличаются орнаментами. Что-то есть женские. Женские тоже есть, да? Вот это какие? А вот каракалпакские самые главные какие? А, со стороны. Видишь, вот. Это национальные каракалпакские узоры. Да? Никто не делает, да? Барма? Вот, так я как раз каракалпакские нужны. Я вот помню, у папы была эти узоры. Ручная работа, между прочим. Так было, да? Было носим, прочим. Желтый это казахский, а это бухарский. Бухарский. Да, сразу вот человек один, и понятно, откуда он. Такие узоры. Вот эти вот теплые, хорошие. Они не 6 сом на... Дома носить можно. 100 басана. 100 басана, да. 100 тысяч сомов. Там, вот эти теплые, да, хорошие. Там вата. Хлопок. А, это ватный теплый, да? Хлопок. Но они тяжелые, по-моему, Тань. Да, да, да. Да. Пожалуйста, и ты можешь вместо пальто носить. Да? О, да, это было бы самое модное, между прочим. Смотри. Да, да, да. Если сейчас уже... Холодно. В Евросоюзе носят... Давай вот пижамы. Пижамы, да-да-да. А уже в России можно, в Киеве можно такое носить уже. Конечно, было бы супер модно. Люба, Люба, ты этот, первую моду откроешь. Хорошо. Вот в Киеве, смотри. Да, с полумесяцем. Да. Да. Он еще теплый. Да, у нас уже пижамы носят. На новом каракалпаксе мы? Харпаксама? Барма. Жилетка. Жилетки. Жилет. А ну, каракалпаксе. Ну давай жилеточку. Ну они так говорят. Сиксень. А потом оно выше, да? Уступает. А, уступает. Они уступают до 150. Ага. Хорошо тебе, да. Я как выгляжу, как истинная каракалпачка, да? Да. Да? Ну это же есть каракалпачка. Она прикинь, но у тебя бриджер маму. Орнаментный материал на парке. Тоже каракалпакский, вот да? Угу. Ой, а, видно же, вот, видишь? Видишь, вот. Да, да, да. У нас у каракалпакских, видишь, этот узор такой более мелкий, да? А да, у, да, у да. Узбекский, вот смотри. Хорезмский более блестящий, золото крупные, больше. Да? Да. Ну, они же все-таки... Да. Все-таки хотя каракалпачки в музее, я была советского, каракалпачки одевались как жар птицы. Были очень яркие одежды у них были. А ну, развернись. Мне кажется, черные... Черный. И этот тоже хорошо вообще-то. Да, и этот хорошо. Красивый узорчик. Пиджачочек как раз по тебе, Даня. Да? Значит, мал мне, мал. Большой, большой. Так и здесь. Любовь, возьми, будешь ходить. Видишь, людей мало, да? Да. А в воскресенье здесь вообще не пройдешь. Да, так лучше надо было, может, в воскресенье прийти. Да, ну потолпиться. Ты... Мы с тобой да. Базарши, да, базаруем. Береточка ходит. Национальный бармен не сакинда. Небо. Адрес сахар. Так, покажем платье, да. Национальное. Ох, красивое какое-то, Аня, да. Вот смотри. Вот эта кофточка. Больше на шаевое похоже, сюда, да? Она сюда ни к селу, ни к городу. Ну, это повесили, просто повесили, да. Конечно. Просто повесили, да. Вот так вот, да. Видишь? Вот такие вот. Для килинок. И удобно, для кстати, килинок, для невесты. Да? Килинки это невесты, да. Килинка-соринка, говорит. Килинка-соринка? Еще штанишки. Называется так, да? Вот штанишки еще вот есть, видишь? Штанишки, да. Сейчас покажем. Давай покажем. Вот.
Вот. Вон есть, вон, смотри, вон есть, вон это есть. Да. Да. Штанишки, да. А вот еще вот этот вот весь. Ого, здесь сколько. Этот вообще весь блестящий такой. Ох, а штанишки он тоже блестят. Ого, это богатая невеста, наверное, должна быть. Ну да. Ага. Гостям выходит. В, таких в такой красоте ослепит, да, своим, ослепит своей красотой. Даже Таня, если невеста некрасива, но оденет вот такое, она будет неотразимая просто. Да. Еще один красивый вид. Угу. Со штанами. 85 тысяч стоят штаны отдельно. А 35. Ты что, ты сама? Она сказала 85. Нет, 35. Вот здесь я. Вот спец. Штан отдельный. А, 35. А комплект? А комплект на унишу. А, 90 тысяч. Угу. Красивенький такой. Да. Вот еще мини-халат. Со штанами. Со штанами. Да, тоже удобно. Наклоняешься, ничего, да, не видно, ничего. А много не видно? Ну, 95. 95. Хорошо. Как мне нравятся вот эти платья все равно. Со штанами. Халатики. С оленями. Таня, смотри, с оленями есть. На зиму бери. Халаты. Вот это самый большой, да? Ну, тут продают материалы, товары для на той. Потом кепка-баурсак есть. А что такое кепка-баурсак? Кепка-баурсак, когда на той готовят баурсаки, жарят, жарят, тогда приходят родственники или близкие друзья, они вот материал бросают. А потом они уже, кто деньгами, кто материалом, кто платок, а потом они уже сидят и делят. Кто самый основной хороший это... материал дают, кто жарит баурсаки. А, самый основной жарит. Я думаю, это они приносят с собой, а это, оказывается, они. Мна, урамал не видно? Ничто? Мна. Михляпа. Михляпа. Он без мунга. Он без их. 15 тысяч. Сумма. Но он не ден. Он без стены. По 15 сам, видите, вот такие платки. Но они дороговатые, короче. Такой материал. Национальный материал, видишь? Ага, тут еще отличается. Он еще отличается чистый, нечистый. Вот, да? Чистый, вот, вот это чистый. Вот, да? А как отличается, знаешь, сам, вот по этим полосочкам. Да, да. Вот это он не чистый, он получистый называется. Потому что полоски должны 7 полос быть, да? 21 там. Даже 21 полос, да, должен, да, быть. Ой-ой. А тут, видишь, это получистый. А? Нет, это чистый, чистый, но, да? Но... телевизор шахажа. Ава, Ютуб. Корм Ютуб-то. Ютуб? Да. Просто мы на унице Киевтон Кельда сол самый. Не этот. Национальный Нилова Тардайт самый. Ну, чистый или не чистый? Вот это? Да. Как то? Я это... Ага. Так что, ты посмотрела, чистый, не чистый? Такие красные. Вот этот красный мне ничего, так понравился материал красный. С зеленым. Красно-зеленым. Вот в таких казанах у нас готовят плов. Да ты ж. Жарят баурсаки. Вот, шурпу готовят. Огромные такие, да. Стоит он. 1 миллион. 1 миллион стоит. Боже, это надо быть миллионером. Это мне надо 1,5 месяца самое. Не кушать, не есть, купить, чтобы такой казанчик. А зачем тебе? Ты же не готовишь. А у меня вот такой казанчик, между прочим, есть дома. Такой? Вот точно такой казанчик, вот с таким этим Саша мне сделал. Ага. И что ты на огне готовишь? Да, плов можно готовить. А? Кафтан, платье, брючки такие, штанишки такие. Красивое платье. Вот здесь продают пигоди, такое тесто внутри. Покажите внутри. Я вас не буду снимать, я только пигоди. Называется это блюдо пигоди. А из чего тесто? Корейское. Ну, наши мусульмане тоже научились готовить.
На втором этаже. Да, ищем Стане самсу. Купила я подарочки. А, вон еще вон. Вон теперь ищем. Вон. Даже вот такие штанишки есть с этими. А, с розовеньким, да? Ага, точно. Можно брать. Пальтишко неплохое. Самсой пахнет. Пахнет самсой. Ну, слава богу, а то бы все и зашлись бы слюней. Он ковер лежит на земле, видите? Что там? Коврик? Вот ты как раз дошла до коврика. Но не вес? 130. 45 тысяч. Тысяч. Чтобы вы не забывали. Саша ругается, что ты забрала этот О, мы пришли к чайной. Таня, так, нас запах не подвел. Самса. Пришли к чайной. Самса. А сейчас покажу самсу. Вон, Тань, смотри. Да, наш запах самса не подвел, на самсу мы пришли. Мангитский самсама. Нишсум. Екман. 2000 гривен. Чайни. А? Зашли мы в чайхану, заказали Латане самсу. Таня рассматривает, что там. Людей очень много. Рахмет. Уксус такой вот, смотрите, сейчас покажу. Уксус с чесночком. Кроме самсы, я больше ничего не хочу пробовать даже. Люблю очень самсу здесь, нукусскую. А здесь это, кстати, не нукусская будет, да? А какая? Самса какая будет здесь? С мангитом. Разрешили даже мне снять, посмотрите. Но самсама пирожки, ма? Самса. Тут даже можно видеть, как они готовят это все. Слоеный, ма? Слоеная, говорит, самса. Как ты сказала эти? Мангитские. Вот, самса. Мангитская самса. Это делается так. А ну, показывай. Берешь. Так. Открываешь. Так. И вот это чуть-чуть заливаешь уксусом. Это не чисто уксус, уксус здесь приправа и уксус вода. Ага. Видишь, лук. Чесночок. Все вместе. И сюда вот так заливаешь. О, я люблю вот такую еду. Так уличную карагалпакскую. И такая вкуснятина. Обалдеть. Да, порует даже. И зеленый чай нам принесли. Вот такой. Зеленый чай. А ну, Тань, как тебе? Смачно. Отлично, слоеная. Такая прям вкусняшка. Завидуйте, да? Юля завидует. А потом я Юле буду завидовать, да, в ноябре? Ой, я уже слюнёй зашлась, давай. Мангитская самса. Это делается так. А ну, показывай. Берешь, так. Открываешь, так. И вот это чуть-чуть заливаешь уксусом. Это не чисто уксус, уксус здесь приправа и уксус вода. Ага. Видишь, лук. Чесночок. Все вместе. И сюда вот так заливаешь. О, я люблю вот такую еду, так уличную карагалпакскую. И такая вкуснятина. Обалдеть, да, порует даже. И зеленый чай нам принесли, вот такой. Зеленый чай. А ну, Тань, как тебе? Смачно. Отлично, слоеная. Такая прям вкусняшка. Завидуйте, да, Юля завидует. А потом я Юле буду завидовать, да, в ноябре? Ой, я уже слюнёй зашлась, давай. Вот смотрите, как Люба кушает самсу. Горячая, аж только что готовили там, только что принесли такие горячие. Невозможно просто. Я с таким удовольствием. Сок течет. Покажи сок. Внутри. Обалдеть. О, вкусно. Какой красивый ковер. Большой такой.
Так и дарят, да? На свадьбе дарят? Размешаем. 4 на 5,5, да? Угу. Сколько стоит? Миллион. 1 600 000. 1 600 000. Да. Рисунок красивый, да? А в долларах сколько? С этой стороны смотрите. А что на смотрите? Угу. Да. Нет? Кто? Самарканд. Самарканд? Да. А, самаркандский, да? Да, это вот на, смотрите. На экспорт. Да. Он меняет, да, цвет? Если да. Оттуда, да. Хамелеон. А, это хамелеон? Хамелеон, да. С одной стороны один цвет, с другой стороны посветлее, то бежевый, бежеватый такой. А вот это красноватый. Смотря как повесить и на какую стенку, да? Не на стенку, на полу же. А на полу это ковер, да? Даже вот, смотри-ка, толщина какая у него. Смотри-ка. А, вы его не поднимете, даже вдвоем не поднимете его. Такой тяжелый, смотри, толщина. Да-да-да, это паласт. Да, у да, нас да. только ковер на пол. Ага. В спальне мебель вынесите. Ага. Вот стелите, потом на него прям ляжете. И спите. И спите. Она поднимается. Тепло будет, да? И одним этим одной стороной укрываете. Она плохо поднимается, у него еще когда домой стелите. Вот им понравилось тоже. Хамелеон сейчас вышел из спальни. Это новая мода, хамелеон, да? Ковер, палас хамелеон. Ковер хамелеон. Ковер хамелеон. Красиво. Материал наверху на втором этаже. Подушечки продают. Это не продают, это просто так у нас лежат подушки. Полежать, да? Да. Ну давай сам полежим. Полежиться? Давай полежим тогда. Лучше забери. А просто так, да? Ага. Вот Таня сказочница. Да. Карагалпакская. Шита сказочная. Виноград. Виноград. Бриар? 1000, 1300. 1500, видишь. Хурма.